Добрый день! На обзоре помидор, который называется «Золотой Буратино» от агрофирмы «Сибирский сад». Этот томат очень похож на сорт, который называется «Буратино», но, можно сказать, даже аналог, но по сравнению с «Буратино» у «Золотого Буратино» плоды крупнее. Сейчас я покажу вам сами кустики. Давайте пройдем в ряд, где растет золотой буратино. А потом будем взвешивать плоды и расскажу о них подробнее. У меня 10 кустиков золотого буратино. Вот здесь, видите, висят. Кисточки по-разному. От 3, вот уже лопнули. Мы их держим на семена, поэтому они должны очень сильно перезреть. И то, что они где-то там лопнули, это ничего страшного, наоборот, там семена будут в нем хорошие. Вот такой вот урожай золотого буратино. Дождь, конечно, их сильно вымазал. Посмотрите, все грязные. Ну, что поделаешь, такие погодные условия. Урожай слабенький. За сезон 4-5 килограмм, не больше, с кустика. Плоды вот такие вот, как видите, удлиненные сливки с длинным носиком. Кусты высотой всего лишь 80-90 сантиметров в открытом грунте. У нас стоит жара до 40 градусов, но они еще цветут и будут закладывать плоды. Будет какой-то урожай. Как видите, вот они завязывается. Кстати, вот показываем плод. Какой-то гибрид, мутированный, с двумя носиками. Ну, это вот обычный. Теперь давайте посмотрим, сколько затянут они по весу. Скажу по сравнению с сортом буратино. Возможно, это и один и тот же сорт, только золотой буратино. Это какой-то отбор, где кто-то из селекционеров отобрал более крупную форму плода, чем буратино. Обычный буратино затягивает 80-100 грамм. Ну, бывает по 120. Этот буратино, плохо видно, 150 грамм. Вам не видно, но я вижу. Да, не видно, 140. Последняя циферка у меня не работает. 148 грамм. То есть золотой буратино по 150 грамм. Если обычный буратино 80, 110, 120, то этот 150, и бывают экземпляры покрупнее. Ну вот плодик. Такой вот прикольный. Такие, видите, они опуклые. Более крупные. И вот такая мякоть. Бывает 2-3-4-камерное. Одно мясо. Очень сочный, плотный. Вообще для консервации самый тот. Кислинки вообще нет. Очень сладкий и очень вкусный томат. Ну, для сравнения, по-моему, у меня есть рядом буратино просто. Давайте я его возьму. Да, есть. Вот, снимал обзор. Вот, давайте сравнивать. Видите, похоже, но золотой буратино и просто буратино. Вот еще. Просто буратино, золотой. Буратино вот такие маленькие, по 100 грамм. Золотой буратино покрупнее. Отправим золотой буратино к своим. Извините, буратино. Томат очень достойный. Я буду его выращивать. Мы делаем с него томатный сок. Подходит он для салатов. И вообще очень вкусные в свежем виде. Если вас заинтересовали семена данного сорта, в описании под видео есть ссылка на наш сайт. Заходите, покупайте семена. И всем пока, до следующих обзоров.